А мы продолжаем выпуск. Фонд областного историко-краеведческого музея пополнился уникальным экспонатом – щекпеном Сегессеры, которому почти 180 лет. Кто сохранил реликвию и доставил на родину великого казахского акына, расскажет Жансулу Тастемирова. На него претендовали музеи Акмолинской области и Жезказгана. 172-летний щекпен – единственная вещь Сегессеры, которая сохранилась до наших дней. Но привезли его на родину певца и акына – в Северный Казахстан. Дар областному музею делает Есимбек Муканжаров из Карагандинской области. Реликвию бережно хранили 4 поколения его семьи. Сегессеры подарил этот щекпен моему прадеду. Они вместе учились в Омской русской туземной школе. Помню, нам с детства объясняли, что это особенная вещь, ее считали священной. Прадед совершил в данном щекпене хадж. Все женщины в нашем роду очень бережно хранили его. Несколько раз в год выносили на улицу, сушили. И не зря. Щекпен почти с двухвековой историей в хорошем состоянии. Он из верблюжьей шерсти, сатина и вельвета. Кстати, общественность узнала о нем только в этом году. Об этом предмете, одежде, щекпен Сегессеры, была публикация в газете «Солнце Казахстан». После этого я связался с автором вместе с потомком Сегессеры, пятом колене, Бектасом Тыркаевым. Увидели, поговорили с представителем этого рода, договорились, что мы официально вот на такой церемонии примем щекпен на хранение в фонд нашего областного музея. Оказывается, что в 1846 году этот шапан Сегессеры подарил ага султан Ирдин Сандыбайұлы во время визита акына в Улутау. Он был большим почитателем таланта исполнителя. Сегодня на встрече тоже звучат песни Сегессеры. Жансулу Тастемирова, Даниил Тарасов, новости МТРК.